последнее время в такой морфологической литературе иногда, в общем, недостаточное внимание уделяется, а именно о отличиях морфологической радиации от адаптивной радиации. В этом вопросе, в отличие от меня, у Николая Николаевича есть несколько публикаций. Вот это, собственно, совсем с ним недавняя фотография. Вот здесь уже ему 90 лет вполне исполнилось. Вот, и вот мы тут сидим и, видимо, так сказать, обсуждаем, как это все должно происходить. Значит, ну, понятное дело, что, так сказать, объектом данной лекции, моей краткой крайней лекции, являются крестовые сорокообразные. Это группа, которая давно изучается и на которой много чего сделано. Вот, например, это иллюстрации Шахера, еще до, соответственно, появления номенклатуры, но однако мы видим, что это давние, в общем, можно даже, так сказать, примерно предположить, кто это. Вот, ну, вот, кстати, натуральную величину тогда обычно рисовали. Понятное дело, что Гладосов — это модельный объект современных биологических наук, и вот многочисленные книжки, в том числе вот, с огромным участием Николая Николаевича, ну, не только его, вот, например, так сказать, книжка Лагерта про давнего, ну, давний, считай, Гладосова. По этому поводу много всего опубликовано, и, в общем, так сказать, Гладосова является таким классическим объектом, на котором изучается адаптивная радиация. Ну, в том, в частности, вот Джеффри Фрайер, классик совершенно данной работы в данном направлении, как и многих других, он, так сказать, опубликовал серию достаточно крупных таких трудов, посвященных, ну, вот его первая, которая была посвящена всего лишь одному единственному зверю, Игорю Сергеевичу Ломилявцу, но потом вышло еще много разных таких вот, ну, книжек фактически, были номера отдельных журналов. Вот, понятно, что вот адаптивная радиация на примере Гладосова — это такая классика, которая вошла там во все учебники, если мы учебник экологии откроем, там много чего там узнаем, а также учебник зоологии, там также что-то много чего написано про соответственно, Гладосова. Но однако, что же, например, Фрайер, он говорил, что, так сказать, он отмечал, что у нас существует некое смешение понятий морфологической радиации и адаптивной радиации. То есть вот, соответственно, фраза из него, которую я, наверное, не буду воспроизводить, потому что он достаточно крупными буквами, все могут это, так сказать, прочитать, тем более, что он институт такой совершенно, в общем, простой и классический. Вот. То есть, так сказать, смешение вот этой понятия морфологической радиации, адаптивной радиации, оно достаточно часто встречается, и как бы оно на самом деле не всегда полезно для понимания морфологической эволюции. Вообще, видимо, смешение этого самого терминов, оно относится к человеку, который предложил термин адаптивная радиация, а именно к Осборну. И, собственно, его вот эта вот адаптивная радиация, она, ну, фактически сливалась морфологически, и ничего, никакой различия между этого не было. Вообще интересно то, что, собственно, Ковалевский, который концепцию адаптивной радиации предложил еще до Осборна, но только он назвал ее несколько по-другому, но он ее назвал иррадиация, вот, он так сказать, эти два понятия очень даже хорошо различал, поскольку у него была инадаптивная эволюция, помимо адаптивной, то есть как в случае некого поспешного и бесплодного прогресса, то есть такой прогресс, который на самом деле ничего не дал. Вот это такой замечательный персонаж. Я вот, так сказать, в ходе подготовки этого доклада познакомился с его творчеством. Он, конечно, сделал очень много всего забавного, вот, но мы его знаем, так сказать, по школьным учебникам, там вот пример с эволюцией лошади. Там, конечно, он набрал все полностью, все было совершенно не так, но не важно. Главное, что это как раз было то, так сказать, вот ради чего все это создавалось. То есть ради вот этой вот адаптивной радиации. Вот как раз, собственно, на самом деле, как бы, так сказать, на истоке вот этого доклада, который предложил Николай Николаевич, они исходят, видимо, к взглядам как раз именно Ковалевского. И, соответственно, дальше мы будем уже рассматривать данные вот смешения на примере Гладосова, на примере Гладосова сорокообразных. Я постараюсь как сказать, все-таки на некоторых, так сказать, примерах показать, что это не совсем так, как представляется, ну, вот, так сказать, тем эволюционистам, которые считают, что как бы морфологический признак — это есть некая такая мягкая глина, которую можно, так сказать, под отбор
ну вообще, как бы сказать, достаточно часто возникают в литературе такие сказать, утверждения, что, например, морфологическая радиация, да, это не только полезная, но и, в общем, бесполезная форма и даже уродство. Но при этом надо сказать, что вот аномалия и норма – это такие, в общем, достаточно скользкие понятия, потому что, как бы, во-первых, между аномалией и нормой никакой границы, так сказать, явной провести нельзя, а во-вторых, так сказать, эти характеристики не отдельных признаков, то есть у нас по одному признаку зверь может быть там аномальным, а по другому признаку совершенно себе нормальным, ничего страшного в этом как бы не случается. То есть, в общем, вот данное производство морфологической эволюции вот этих странных, так сказать, перспективных монстров, оно может быть рассмотрено, вот, так сказать, ну, с точки зрения Николая Николаевича, как именно, так сказать, то, что морфологическая радиация предшествует, так сказать, адаптивной радиации. Значит, адаптивная радиация, понятное дело, это процесс приспособления к неким определенным условиям, которые могут значительно меняться со временем. То есть, но при этом, как бы сказать, животные у нас, они зачастую могут оказаться жертвами этой самой морфологической радиации. Вот, например, есть такие странные животные, которые, ну, типа, вот, например, гунус, да? То есть это явно пример колодоса, на котором морфологическая радиация очень сильно поиздевалась. Вот такой весь плющенный, живет в очень узких экологических нишах. И вот это так называемая кульминация с точки зрения Ковалевского. Николай Николаевич обозвал жертвами морфологической радиации. То есть если, конечно, у нас условия среды изменятся, то шанс, что такое животное, как бы сказать, оно выживет, он совершенно минимальный. Вот. Но при этом, как бы сказать, это пример вот этой самой морфологической именно радиации, для которой впоследствии, так сказать, несколько поработала уже дальнейшая, так сказать, адаптивная радиация. Вот, например, пример уростов. Ну, я в качестве примеров просто достаточно много, но я вот, так сказать, взял гинандрофов, это такие совершенно супер-уроды. Как более кошмарных уродов придумать нельзя. Однако, что вот они достаточно часто встречаются в популяциях и, например, в экспериментах. Вот, например, гендроморф удавня марне, с этой стороны у нас вот нормальная фигуральная самка, вот антенна, вот, например, да, вот эфитио, вот самец. А вот это совершенно чудовище, совершенно абсолютно непонятно, причем они совершенно живут, то есть это животные, которые достигли половозрелости, они вполне себе выживают. И там тазочка есть. А, да, хорошо, я буду тыкать. Спасибо. Вот. Вот, например, совершенно полный чудовище с названием фигуральный самец. То есть он, как бы сказать, сочетает признаки самца, вот, например, длинные антенны, у него есть квадратный крюк, но при этом у него есть фигуры, в которых вполне себе яйца. Вот такие чудики есть. На самом деле в этом как-то есть некий смысл, в том числе, например, вот, сказать, соответственно, наши друзья-генетики, они считают, что дафния марна находится на стадии перехода от средового к генетическому определению пола, то есть, так сказать, вот, женской гетерогаметности с W. Дабловые хромосомы. То есть, в принципе, в этом есть некий эволюционный смысл. Понятное дело, что эти уродцы, как бы сказать, они в природе тоже встречаются. То есть вот эти уроды, они это тот самый пример, когда производится нечто такое, ну, в данный момент относительно не то, что бесполезное, а скорее вредное. Но однако же, вот, сказать, теоретически, так сказать, оно может быть использовано как некий материал эволюции. Вот. Надо сказать, что темпы морфологической эволюции, они совершенно разные. Иногда мы и имеем примеры взрывной эволюции. Вот, например, как здесь, вот эта вот эволюция Эобасмин Европы. Вот. То есть вот эта вот самая звезда, из которой то есть это сеть гаплотипов у митохондриального гена, из которой расходятся многочисленные звери. И как вы видите, вот этот вот центральный гаплотип разными цветами, разные морфотипы обозначены. Он весь у нас зелененький. То есть у нас все предки, они были только такими. А вот это все чудовищное разнообразие, оно возникло примерно в районе Балтийского моря, когда оно было, так сказать, еще пресным, то есть вот после последнего оледенения. То есть вот этой вот дикой звезде возраст там, буквально там, да, 12 тысяч лет от силы. И вот из такого получилось там такое. То есть это случилось, ну, просто моментально. Причина этого, естественно, неизвестна, потому что, ну, во-первых, по таким генам точно неопределимы всякие там его дела, это уже отдельный разговор. Но, к сожалению, вернее, к счастью, по большей части мы имеем совершенно противоположные примеры, а именно примеры чудовищного морфологического стадиса колодоса. Ну вот здесь конкретные примеры, это вот то, что слева у нас это ископаемое, это местонахождение хатон, граница Юра и Мел.
А справа, соответственно, то, что современные аналоги. То есть, вот, например, катанодафния, но это не тот, конечно, вид. Ну вот они, так сказать, эфибия рядом, например, размер, смотрите. Вот у нас, например, пожалуйста, там цериодафния, вот у нас симоцерфис. Все это существует, пока, ну, к сожалению, других остатков у нас таких хороших нет, но иначе вот этот морфологический стадис, который наблюдается у многих групп, вот, например, еще другой пример морфологического стадиса, это ктеноподы. План строения ктеноподов, он сформировался как минимум 175 миллионов лет назад. Вот этот зверь, к сожалению, он размазанный, его общей формы тела нет, но если мы посмотрим на его, там, например, фильтровальные ноги там, или плавательные антенны, то они практически не отличаются от современных зверей. То есть смысл этого в чем? Когда формировались ктеноподы или когда формировались эфибии, на самом деле условия были абсолютно другие. Они не имели современных аналогов. 175 миллионов лет не было никакой там зоны макрофита, где там сидела сфида. Не было никакого планктона и бентоса в современном понимании. Потому что водоемы в те времена они были совершенно другие. В частности, с этими вот плавающими матами, там, без дна, гипотрофные, там, и всякие разные там трофные. То есть получается, что вся эта конструкция, она появилась до того, как появились условия, к которым оно впоследствии было адаптировано. Вот, собственно, реконструкция этого самого Мезозойского озера. Вот видите, например, как выглядит макрофит. Да, это совершенно близко не лежало. А хидролиты уже появились, те, которые цепляются за нитчатые водоросли, которых еще нет. Потому что диатомии еще не произошли. Многие виды нормальных нитчатов в те времена еще тоже не произошли. Вот. Однако же, как бы, у нас уже планктер и хидролитов, и его нормальное, так сказать, понимание уже вот вполне себе в это время есть. То есть получается, что это как бы морфология преадаптация, но однако же, в общем, сказать, это такая хитрая преадаптация. То есть адаптация, она потом уже это дело подогнала как-то. Но все это преобразовалось до. То есть вот еще раз, значит, жизненная форма как планктера современная, так сказать, в ее понимании. Ну, например, да, у нас дафния. По молекулярно-генетическим расчетам это род, который дифференцируется в три расы. Это времена, которые современного планктона, там, например, с планктоноядными рыбами, там, еще там кого-то, еще поменьше какого-то не было. Хидролиты, их повсеместно, и даже группы родов, они якобы среднепалеозойского происхождения. То есть те, которые сейчас живут в современных зарослях макрофитов, которых в те времена еще совершенно даже еще близко не было. Понятно, что потом они, конечно, над ними, так сказать, адаптивная радиация поработала. Но изначально, так сказать, тут явно, так сказать, прослеживается то, что изначально эта радиация была совершенно неадаптивной. Это была некая игра морфологических признаков. Далее. У нас получается, что у нас колоносоры, ну это вот такая моя, так сказать, табличка по моей базе данных построена, это просто число видов в каждом роде колоносов. И они вообще здесь, вот у нас получилось 122 валидных рода в данный момент, вот оно здесь построено. Как вы видите, у большей части, на самом деле, более чем трети кладосов, они монотипические, то есть у них в составе рода всего лишь единственный вид. То есть получается, что у нас это в основном те самые хидролиты, вот они, то есть те самые многочисленные рода, которые достаточно здорово отличаются друг от друга, каждый приспособлен под какие-то условия. Но этот букет, он когда-то стремительно возник, какое-то время, да? И очень странно, что рода состоят, так сказать, из одного вида только. То есть получается, что это какая-то такая изначальная радиация, которая потом действительно отбор очень сильно проявил, действительно, да. Но это зачастую просто игра. Такое ощущение, что это просто игра каких-то морфологических признаков. То есть случайные комбинации, которые впоследствии действительно, так сказать, были как-то, так сказать, подогнаны под нечто, так сказать, вот, под некие условия. Ну вот, так сказать, Артем Ильич, конечно, не согласится, но очень забавно то, что у нас есть множество одинаковых видов. Вот перед вами фотографии из нашего определителя. Они даже сейчас не алены, некоторые из них родами, так сказать, отдельными, так сказать, называются. Тут, конечно, вот есть это один такой скользкий момент, что когда мы обсуждаем подобные проблемы, мы можем попасть в, так сказать, ловушку составленной систематики, в частности, дробителями, как, или наоборот, объединителями. Вот, и можно ли это сравнивать? Ну, посмотрите, огромное количество зверей, которые, ну, абсолютно, так сказать, друг на друга. Какая тут функциональная морфология? Как можно объяснить какие-то различия между ними? Но при этом получается, что вот в данный момент, опять-таки, это я предсказываю с публикатом Николая Николаевича, да,
что, значит, вот как бы получается, что у нас эти звери, которые живут зачастую в разных условиях, в очень сходных условиях, морфологически очень сходные, но виды при этом у них, как сказать, разные. То есть это, так сказать, это не совсем вписывается в концепцию адаптивной радиации так же. Вот. Ну, над этим надо думать, так сказать, я не могу вам сказать, так сказать, почему это отдельный разговор. Вот. А, ну вот, например, так сказать, еще один пример также, так сказать, с точки зрения адаптивной радиации. Вот у нас, например, есть звери, которые сильно сдвинуты с боков. Они совершенно разные, друг другу не родственники, но, так сказать, у нас, пожалуйста, тут вот оленины. Или там, например, гордоицины. И вот якобы считается, что они обитают в зарослях макрофитов, и им там легко протискиваться среди этих зарослей. Ну, однако, как бы сказать, вот как фокус с разоблачением, там же, например, живут звери, например, совершенно, так сказать, скидоросферикус, абсолютно кругленький, которые совершенно спокойно также в этих зарослях макрофитов протискиваются, и получается, что данное функционально-морфологическое объяснение работает, в общем, достаточно плохо. Вот. То есть смысл этого опять-таки, что здесь больше случайности изначальная случайность, а потом уже она как-то там подправлена отбором. То есть тот же самый случай, что у нас сначала морфология, а потом над ней уже как-то там работал там дальше отбор. Дальше пошла адаптивная радиация. Дальше забавно то, что иногда, сказать, поскольку у нас полосная группа древняя, то можно вообще, так сказать, спекулировать, но, к сожалению, палеонтологических данных прямых нету, что у нас разные жизненные формы, достаточно похожие друг на друга и в разных группах, они происходили даже, так сказать, независимо на разных континентах. Вот, например, у нас там есть Эрентхидорус, который Хидорина, и в Австралии. А вот, например, Легиомус, который в основном неотропик, но вот здесь он еще загулял, но это, так сказать, это некий сложный биогеографический сценарий. Вот посмотрите, как сказать, да, они достаточно друг на друга похожи, получились в разных группах и на разных территориях. То есть вот этот морфологический вектор, который наложен на морфологическую эволюцию, он изначально не представляется адаптивным, потому что, ну, как-то условия-то не совсем одинаковые. Далее забавно вот еще. Иногда мы видим некие региональные стили. Это то, что, собственно, данные представления, они взяты из книжки Любарского, там это активно все обсуждается. То есть в каких-то случаях у нас звери, некой региональной фауны, они вдруг начинают совершенно неродственные, приобретать странные, как бы, признаки, которые не характерны для животных из другого района. Вот, например, у нас тут различные представители, которые относительно родственники, все они хидорины, но не помните, что они разошлись в среднем палеозое. Вот. Все они вдруг начинают приобретать вот эти латеральные выросты, причем функциональная ценность которых не очень, так сказать, очевидна. Вот. Этот региональный стиль, он опять-таки говорит о том, что, так сказать, получился какой-то морфологический вектор, и он, возможно, был не совсем адаптивен изначально. Но это, конечно, спекуляция, но в общем, в этом есть некий разумный смысл. В общем, таким образом, вот вся эта такая достаточно, как бы сказать, несколько сумбурная лекция, она, собственно, она на самом деле, так сказать, имеет целью скорее не доказать, а, так сказать, заставить задуматься о том, что вестовые ракообразные представляют нам явный пример того, как адаптивная радиация подгоняет под конкретные условия некие морфологические преобразования, которые появились в ходе морфологической радиации, как изначально не адаптивные. Ну и, естественно, элиминируют некие промежуточные формы с неудачными сочетаниями морфологических признаков, про что уже, как бы сказать, есть достаточно большая литература. Вот. Ну, собственно, значит, я еще раз извиняюсь, что дело в том, что этот доклад я делаю в основном от имени Николая Николаевича, сказать, но я, в общем, сказать, не отказываюсь от этих слов в его пользу, сказать, что это, в общем, сказать, наше с ним совместное произведение. Ну и в заключение, вот я еще раз, сказать, благодарю, соответственно, оргкомитет нашей конференции, а Рима тут нет. А также еще раз предлагаю пожелать здоровья и всего самого лучшего Николаю Николаевичу.